Смотрите, как он классно работает. Открылась. Уверенно проехала и закрылась. Защелкнулась на замок. В последнее время в России значительное развитие получил внутренний туризм. Все чаще для трансфера небольших групп туристов используются современные микроавтобусы. Обеспечить надежную, комфортную, а главное безопасную работу дверной системы вам поможет наша новинка – реечный электропривод двери «Кайман». К нам в установочный центр приехал микроавтобус «Ford Transit» в комплектацию «Турист», которому мы в начале летнего туристического сезона автоматизировали работу задвижной двери. Мы установили привод «Кайман» в комплектации «Комфорт». У привода современный дизайн, который позволяет ему гармонично выглядеть в салоне любого автобуса, и множество функциональных возможностей, как стандартных, таких как встроенный фонарь освещения дверного проема, надежное запирание двери на штатный замок, автооткат при наезде на препятствие, так и уникальных. Это открытие двери на максимальную ширину с возможностью ее регулировки. И впервые среди реечных приводов у «Каймана» есть возможность регулировать скорость работы двери. Среди важных конкурентных преимуществ привода «Кайман» отмечу высокую мощность привода, которая позволяет гарантированно закрыть любую дверь, в том числе такую большую и тяжелую, на любом склоне, даже на таком крутом. Давайте я продемонстрирую. Открываем. Закрываем. Дверь уверенно закрылась и защелкнулась на замок. А в открытом положении привод надежно удерживает дверь, не позволяя самопроизвольно закрыться, невзирая на крутизну склона. Тот же самый склон, дверь у нас открыта, надежно держится, можно спокойно выходить, заходить пассажирам. Вышли и с ручки закрыли. Помимо опций, получивших уже широкое распространение, такие как сенсорная кнопка, дистанционное управление, в состав комплекта входит модуль управления приводом от ручек двери, который набирает популярность среди наших клиентов и позволяет помимо удобства получить дополнительную безопасность для ваших пассажиров. Давайте объясню почему. Без модуля все органы управления приводом находятся в руках водителя. А если ваш автобус оборудован модулем управления приводом от ручек двери, в случае отсутствия водителя и возникновения внештатной ситуации в салоне, пассажиры смогут легко и быстро, не прибегая к аварийному открытию, покинуть салон. Устанавливая привод «Кайман», вы получаете не просто устройство открытия-закрытия двери, а целый интеллектуальный комплекс, управляющий дверной системой вашего автобуса. Приглашаем всех в поездку с компанией «Адор».